В одном из торговых домов Петропавловска распахнул свои двери консалтинговый центр для молодежи. Здесь молодежное крыло «Жастар Руха» филиала партии «Аманат» дает консультации по государственным программам, приобретению жилья и официального трудоустройства. Подробности далее. Валерия Николаева, студентка Казыбаев Юниверсити, учится на преподавателя начальных классов. Девушка посетила центр, она хочет найти работу. Мне было очень интересно узнать, так как я студентка, могу ли я официально трудоустроиться, чтобы по всем документам, есть ли у меня такая возможность, и решила обратиться вот как раз-таки в центр занятости. На самом деле это очень хорошая идея, что, во-первых, доступно объяснить могут, рассказать, и что к молодежи, так сказать, идут навстречу и рассказывают о особо важных и нужных вещах. Главная цель центра – это консультирование молодого поколения в рамках действующих государственных программ. На данный консалтинговый центр на сегодняшний день привлечены специалисты из разных сфер. Это то есть организация там, Атамикен, палата предпринимателей, ЦОН, центр занятости, ЕНПФ, наши партийные депутаты, общественники, также юристы, психологи. Все специалисты, которые нужны для молодежи, мы привлекли и в дальнейшем будем оказывать такую консультативную работу. Консалтинговый центр направлен на людей в возрасте от 16 до 35 лет, категории НИТ и безработную молодежь. Лаура Рагимова, Михаил Казначеев, служба новостей.